Темпы генерации мусора на планете растут. По подсчетам ученых, к 2025 году, то есть уже через 30 лет, его объемы составят 3,5 миллиарда тонн. Цифра колоссальная. Она будет расти, если мы не начнем предпринимать никаких шагов. Одна из действенных, по мнению экологов, мер по сокращению объемов мусора – это раздельный сбор и дальнейшая переработка. Однако и это сейчас для многих является большой проблемой. Впрочем, в нашем городе, похоже, к ее решению уже приступили. Волонтеры детской эколого-биологической станции объявили о запуске проекта «Разделяй с нами». Наверное, в нынешнее время и в рамках реализации современного законодательства это, наверное, одна из самых актуальных тем. Она касается как нашего города, так и нашего государства в целом. И, естественно, детская эколого-биологическая станция стала инициатором реализации вот такого большого проекта. Проект называется «Разделяй с нами». Он направлен не только на решение экологических проблем нашего города, но и на благотворительную помощь. И начать решили с малого, с воспитания экологической культуры у подрастающего поколения и ответственного подхода к сбору мусора. Волонтеры уже провели занятия в 5-й, 9-й и 1-й школах. Сегодня эко-урок состоялся в школе номер 10, в 3-м А-классе, учащиеся которого смогли узнать немало фактов о мусорной проблеме планеты, о том, как может быть эта проблема решена и что конкретно они, третьеклассники, могут для этого сделать. Рассказываем ребятам, что такое мусор, почему его так много и как с ним обращаться. Ребята узнают различные техники вторичной переработки, узнают, как обращаются с мусором в различных странах. Также мы предлагаем жителям нашего города поучаствовать в акции «Крышечки надежды». Ведь каждый должен сделать что-то полезное для нашей планеты. Смысл в том, что жители города собирают крышечки. Главное, чтобы на них был знак рециклинга с цифрой 2 или 0,2. «Крышечки надежды» – акция, которая должна объединить весь город. Пока же сбор пластика организован точечно в учреждениях образования, в школах и детских садах. Конечно, сейчас мы ведем переговоры, нам очень хочется, чтобы сбор и привитие этой привычки разделенного сбора мусора вышло за рамки образовательных учреждений и чтобы здесь стали участны все жители нашего города. Дело в том, что в рамках реализации этого проекта будет организован конкурс по сбору пластиковых крышек, которые в дальнейшем будут реализованы на завод вторичных полимеров, и средства, вырученные от реализации этого пластика, будут направлены на счет нашего благотворительного фонда «Подари надежду». Одними крышечками волонтеры ДЭПС, конечно же, не ограничатся. В рамках проекта «Разделяй» ими запланировано большое количество мероприятий. Экологические спектакли, флешмобы, интерактивные уроки.